За последние годы встречи сборных команд гимнастов Советского Союза и Японии стали традиционными. В этом году в Московском дворце спорта, наряду с опытными спортсменами, участниками Олимпийских игр в Мехико, выступают и молодые гимнасты. Для них эти личные соревнования будут хорошей проверкой готовности к чемпионату мира будущего года. На кольцах советский спортсмен Александр Малеев. По сумме баллов в многоборье Малеев занял второе место. Наиболее успешно на всех снарядах выступил в Москве японский гимнаст Эйдзуки Нуотсу. По сумме баллов участник Олимпийских игр в Мехико Эйдзуки Нуотсу вышел на первое место и одержал победу в многоборье. Соперницами советских гимнасток были молодые японские спортсменки. Это Кайко Хасигучи. Оценка ее исполнения 9,45 балла. Выступает другая участница японской команды, Мицука Мизукава. По сумме баллов многоборья она заняла пятое место. Успешно выступила на международной встрече самая юная участница советской команды, школьница из белорусского города Гродно, Оля Коргу. Выполняется сложнейший элемент. Оля Корбут бросила смелый вызов своей более опытной подруге по команде Людмиле Турищевой. Соперниц разделяют доли баллов. И вот неожиданно лидер состязания Людмила Турищева допускает серьезную ошибку. Это сразу отражается на оценке судей. Всего 8,25 балла. Теперь очередь Оли Корбут. Произвольное упражнение на брусьях выполняется уверенно и четко. Высокая оценка 9,6 балла обеспечила победу Оли Корбут и в многоборье. Первое место 15-летней школьницы – один из самых приятных сюрпризов на этой международной встрече. Второе место заняла Тамара Лозакович, третье – Людмила Турищева.